Всем привет, с вами SivPro, и сегодня мы покажем Star Wars мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода в нашем мире появится несколько видов мечей. Во-первых, давайте посмотрим пушку. Она стреляет лазером, вот такими лазерными, как так сказать, стрелами. И вот такой лазерный меч, который мы можем активировать или спрятать, нажав на кнопку, которая появляется у нас в правом углу. Вот так действует красный меч, и также действует желтый меч. Давайте попробуем заспавнить Дарта Вейдера, наверное, все его знают. Ну что ж, вот так он примерно будет выглядеть, с красным мечом ходить. Ну, с красным мечом мы ходим, потому что он злой. Ну и давайте попробуем его убить. Так, он умер. Все отлично. И теперь давайте попробуем заспавнить другого персонажа. Я, если честно, забыл, как его зовут, но я точно помню, что у него должны быть в руках пистолеты. Но, к сожалению, у него пистолетов нет. Так это всего лишь обычный зомби. И давайте попробуем убить его красным мечом. Активируем и убиваем. Так, это был нежданчик. Смотрите, у меня взорвалось. И у его штырит. Не по-детски, да. Он почему-то застрял, но он все еще продолжает жить. Он живой. Так, ну давайте тогда лучше продолжим обзор уже на улице, чтобы не ломать мой дом. И на улице у нас идет дождь, всегда плохо нам придется убивать. Но, как видите, зомби умирает с этих мечей, с нескольких ударов. Получается, что мечи очень крепкие. Так, ну у нас все-таки продолжает багать тоже моб. Давайте посмотрим, что происходит у нас с тем мобом. Если не ошибаюсь, его зовут Боб Дейт. Я не помню, если все равно честно. Так, ну вот все, он умер, просто умер. Ну вот, по идее, классный, но ему требуются доработки. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.